«Дайте мне больше печенья!» Это первые слова, которые я сказал в своей жизни. И знаешь что? Мне ни разу не дали печенья! Так вот, чё он такой злобный пидорас-то, этот Балдин. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и... Слышите эти шлепки? Угрожающие. Угрожающие шлепки, слышите? Это Балди. Это наш Балди, мы продолжаем праздновать с ним его день рождения. Он не может меня поймать по-прежнему, потому что я врубил чит-меню, как и в прошлой серии. Ссылка на прошлую серию прямо сейчас в правом верхнем углу в подсказках. Но в этой серии я просмотрел тогда не все. Напоминаю, что мне в конце той серии нужно было подняться на второй секретный этаж этой школы и посчитать секретных балдей. А я думал, что мне нужно считать секретные шарики, потому что вообще-то там так, блин, было написано, мать вашу. Там было написано шарики, почеты и так далее. А мне вы в комментариях написали, что считать надо было человечков. Но помимо этого мне написали еще кое-что. Мне написали, что я должен где-то найти телепорт. И знаете, что я вам скажу? Вот у меня уже собрано 6 из 7 блокнотов. Я уже оббежал всю школу, я уже прочекал все, по-моему, подарки, какие только можно прочекать. Директор меня, кстати, тоже не может поймать, потому что я ему тоже в чит-меню эту возможность запретил. Так вот, и вы знаете, вот здесь вот вы видите, что подарков уже никаких нет. А вот эту вот мразь я не отключил в чит-меню, а вот эту мразь я не отключил, а, наверное, зря. А, наверное, да, хотя хрен с тобой, все, попрыгаю. Хочешь, чтобы я попрыгал, я попрыгаю. Я человек простой, мне попрыгать не сложно. Так, ну, так вот, слушайте. Что я хотел сказать? Телепорт мне надо найти, чтобы посмотреть еще один секрет этой игры. Помимо того, что будет, когда я посчитаю этих секретных балдей, нужно еще найти телепорт. Телепорт найти — это целое дело, ребята. Я же говорю, все подарки перебрал, телепорта не увидал. Есть только одно место, где я не посмотрел. Я пока что, по-моему, не был только вот здесь, в кабинете директора. А тут, собственно, ни хрена и нет, ребят. Здесь вообще нету подарков. То есть, у меня есть, как бы, два варианта. Первое, телепорт появляется... О! Так, вот, смотрите, где я пропустил, да? Монетка. Без сода. Да, ёкарный бабай, но это все не то! О, я хоть бы монетку тогда использовал. Ну, там только без сода выскочит. Что может выскочить из автомата с без содой, правильно? Не телепорт же. Поэтому... Поэтому, ребят, фиг знает, что делать. Не, ну мы можем попробовать, смотрите. Берем item editor, да? Edit inventory slots... Что это значит? Бесода. А давай мы вместо бесоды... А телепорт тут есть? Слушайте, а я и не вижу никакого телепорта. Я даже его не вижу в чит-меню. Странная херня. Ну давайте четвертак, хорошо. Берем четвертак, сейчас я попробую... Да что это такое, блин? А, это этот. Я попробую четвертак запихнуть. Где-то crazy item, ну-ка. Бесода. Ну, как я и думал. То есть, ребята, в общем-то, нету тут ни хрена телепортов никаких. Я не знаю, где... Даже в чит-меню его нету, понимаете? Это подозрительно. То есть, Yellow door clock, lock там, alarm clock, safety scissors, ботинки, да. Ботинки, без них никак. Вот ботинки можем использовать. Это прекрасная херня, я считаю. Principal keys, quarter, disorienting tape... Сами все видите, ребята. Не знаю, наверное, кто-то либо ошибся в комментариях, либо этот телепорт настолько секретный, что появляется в игре крайне редко, и даже его в чит-меню и нет. Не знаю. Ну, в любом случае, я его не вижу, я его не нашел. Я просто, как бы, честно докладываю, что я пытался... Здрасте, ботиночки, да. Честно докладываю, что я пытался найти, но... Кто-то просрался нехерово так. Это тебя тут пучит вовсю, а? Вроде такое дрыщавое создание, а так... Вот с этим вот говном что делать? Эти шарики, они вообще дико просто мешают. Хулиган у меня, кстати, там тоже ничего у меня не может забрать. В общем, я бегу за последним блокнотом тогда в таком случае. Раз телепорт я найти не могу, здесь, в принципе, есть телепортер. Здесь, в принципе, есть телепортер. Можно будет через чит-меню воспользоваться, чтобы посмотреть еще одну секретку. А пока что давайте приступать к победе над Балди. Седьмой блокнот... Так, давай-ка, где он там? Вот он, да? Оп! Минус 3, минус 8, 8. Сейчас начнется дикий виск, ор, вопли просто, шум и гам. Давай. Почему бы и нет? Да, почему бы и не поорать, как последний дегенерат? Так, ну и теперь, ребята, начнется... Да начнется пердеж! Да начнется великий пердеж! А где он, кстати? Что-то нету. Странно. По идее, должен быть. Ну...
Ну, наверное, вот сейчас вот к этому выходу, когда подойдем, да? Или что? Ну, давайте к этому выходу подойдем. О! Я ж говорил. И вот великий пердеж начался. Так, а теперь мне надо искать выход за выходом, выход за выходом. Вот еще один выход. И вот после этого третьего, наверное, уже бежать в столовку, я так понимаю. Блин, ну носок ты педрил, а? Куда ты меня отправил? Вот куда ты меня, гондон, отправил? Пойдите разберись, я искать буду теперь пищелету посрать. Третий выход, ребята, и теперь столовка. Теперь моя пункта назначения, столовая, да. Вот она здесь, давай все, вот это финальный выход. И сейчас все эти ребятки будут поздравлять. Давайте вот так прям посмотрим, как это. Вот, вы орете. Дебилы, я не могу. Да закрой свой рот, балди, без тебя разберусь, что делать. Знаю я, надо залезть и подуть. Сейчас залезем, сейчас подуем, так. И на второй этаж пересчитывать этих мудней. Хоп. Все, а вот теперь мы можем, получается... Ага, я уже, значит, бегу. Так, во-первых, делаю немножечко поярче. Директор, ты что тут встал? Приглашаешь, типа, да, проходи сюда. Так, смотрите, надо считать пацанов. Вот как это делать теперь? Так, один, значит... Фиолетовый, один голубой, да? Вот это тоже на всякий случай буду делать. Я не знаю, нужно или нет. Может быть, кстати, и нет. Но, в принципе, там идет счетчик блокнотов. 8 из 8, видите? Один фиолетовый, один синий, голубой. Не знаю, как его лучше охарактеризовать. В общем, это мы уже поняли. Один фиолетовый, один голубой. Или синий, отлично. Так, ну тут главное не запутаться теперь, потому что вы же видите, что тут разветвления сплошные. Хорошо. Дальше здесь смотрим. Еще один синий. И один фиолетовый, зеленый. Короче, два синих, два фиолетовых, один зеленый. Пока такая херня. Два синих, ребята, два фиолетовых и один зеленый вот в этих комнатах. Отлично, хорошо. Два синих, два фиолетовых, один зеленый. Дальше, дальше. Супер Марио. Супер Марио считаем, нет? Ой, господи. Получается, четыре фиолетовых, три синих, два зеленых. Четыре фиолетовых, блин. Твою мать. Четыре фиолетовых. Три синих, два зеленых, мать твою. Это надо бы куда-то все записывать, я считаю. Четыре фиолетовых, три синих, два... Вот здесь что-то можно, нет? Вроде бы я правильно посчитал пока. Четыре фиолетовых, три синих, два зеленых. Четыре, три, два. Такая вот лесенка идет. А вот здесь я что-то не это... Что-то я не... Вот здесь я считал, нет? Или такая... да, здесь я, наверное, считал, потому что тут зеленый крендель, видите, стоит. Четыре фиолетовых, три синих, два зеленых. Здесь тоже, наверное, считал. Так, а где же я не считал? Давайте думать. Вот туда я, по-моему, еще не бегал, не считал, мне кажется. Да, вот туда не бегал. Четыре фиолетовых, три синих, два зеленых. А кто... А еще был один цвет, между прочим. Между прочим, еще один цвет был. Ну, ладно. Так, сейчас, смотрите. Них, ёкарный, папа, ты что, это все издевательство такое? О, господи. Так, значит... 6 фиолетовых, 3 синих, 2 зеленых и 1 оранжевый. 6 фиолетовых, блин, твою мать! 7 фиолетовых, 3 синих, 3 зеленых и 1 оранжевый. И 1 синий, блин, я запутался, ребят. Так, 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 сосредоточимся. 4 синих, 3 зеленых, 1 оранжевый и 7 фиолетовых, да? 7 фиолетовых. 4 синих, 3 зеленых, 1 оранжевый, походу так. И 7-4-3-1, да? 7-4-3-1, надо запомнить эту последовательность, ебаный... Твою... Нет! Нет, нехорошо так говорить, я знаю! Но я уж... Бой, господи... Господи... Этого я всего не видел, блин, как я это просрал в прошлой серии. И надеюсь, его считать не надо. Чё смотришь, придурок? Чё такое? Чё тебе надо, я не пойму. Вы не могли бы отвернуться, молодой человек? Невежливо так пялиться на незнакомцев. 7-4-3-1, вроде бы так, да? Оба. 7-4-3-1. Дайте мне больше печений. Это первые слова, которые я сказал в своей жизни. И знаешь что? Мне ни разу не дали печений! Так вот, чё он такой злобный пидорас-то, этот Балди. Ну, тогда все понятно. Мы узнали историю Балди, ему печенье не дали. Представляете себе? Так, здесь я уже был. Короче... Вроде бы как, 7, 4, 3, 1. Ну, смотрите, даже если я там на одну где-то цифру ошибся, я смогу подобрать. То есть я буду дергать там выключатель, переключатель и...
подберу более-менее. 7-4-3-1. И мне надо найти, где финальная эта комната, вот в которой, в общем-то, и нужно выключателями, рычагами управлять. Где она находится? Кто-нибудь скажите мне. А еще здесь, кстати, я не посчитал, да? Так, 7 фиолетовых, 4 синих, да? Кто у нас тут? А, 8 фиолетовых, 5 синих, 6 синих, 8, 6, 3, 1, по-моему, так. 8, 6, 3, 1, вроде бы такой счет. Господи, как это сложно, ребята. Как это сложно, какой это сраный геморрой. 8, 6, 3, 1, вроде бы. И я вернулся, блин. А подождите, хорошо, а как же попасть? Как же попасть туда непосредственно? Туда, где это вообще? Это пойди найди, блин. 8, 6, 3, 1, вроде бы. 8, 6, 3, 1, надеюсь, что так. Ну, если я даже с какой-то цифрой перепутал, опять-таки, это не беда. Подберем там что-нибудь наугад. Я думаю, можно. Ой, блин. Я помню, что фиолетовых больше всего. Это точно. 8, 6, 3. Вот сюда, наверное, нет? Да, вот, пожалуйста, смотрите. Ну и этих, соответственно, считать. Вот этого я одного видел. Дальше вот этих 8. Потом вот этих вроде 3. Отлично! Все, я правильно посчитал, ребята. Я все правильно посчитал. И мне сказали вау. Зачем мне сказали вау? А, дверь открылась. Так, окей, хорошо. Слава тебе, Господи. Я, ребят, боялся, что мне придется там стоять, мудрить и заниматься всякой херней. Вау, you're smart. Ты умен, говорит. А то, это ж я, это ж Декарт. Ну, что кто ж... Что это? Оно меня убьет или что? Что за говно? Помогите, блин, на помощь. Мне нельзя к этому прикасаться или что, я не понимаю. А если я все-таки прикоснусь? Блин, ну мне придется заново начинать, если... Оу, слушайте, нет, это что-то опасно. Что-то опасная херня. Я думаю, что не стоит. Я, ребята, думаю, что вообще не стоит позволять, наверное. Да, я умен, но умных тут не любят. Тут умных вообще... Давайте рискнем. А, так, блин, это херня, все. А ну иди сюда, слышь, тварь. Че ты мне хочешь сказать, а? Говно тупое. На, до свидания. Все, сдохни. Сдохни-ка. Мне показалось ли он переместился? Иногда мне кажется, что автор этой игры недавно продал душу сатане. Знаете? Ну, недавно, это примерно год назад, как она появилась, блин. Как можно было это придумать? Я просто... Я ума не приложу. Что это за человеческие многоголовки? Я даже не... Многоножки, Они как раз не многоножки, они многоголовки, да. Они очень... Очень умные. Очень умные, охерительные твари. Так, ну что ж, а теперь давайте тогда... Я это, телепорт-то все равно не взял. Ну, давайте я свалю вот сюда. Ой, смотри, тут они тоже шляются, да? Сейчас мы попробуем телепортануться. Так, ноутбук, character, телепортер. Вот так, ой-ой-ой-ой-ой. Где я? Не, подождите, это я, это как, что это за бред? Ну-ка, выход 4 давай. Какого хрена, что это нахрен? А, вы гляньте, тут появились какие-то эти... Еще и какие-то портреты балди появились. Вот. Ой, господи. Ой, господи, какое говно-то. Идите в очко, пожалуйста, я вас очень прошу. Прям заклинаю вас, сходите куда-нибудь в очко, глубоко и далеко. Я не могу телепортануться на первый этаж, ребят. Хорошо, давайте мы попробуем телепортер, ноутбук-телепортер. English, spelling, ну, history, например, ноутбук. Где я? Блин, я опять на втором этаже, ребята. Не получается. У меня упорно не получается выбраться отсюда нахрен. Какое говно. Спасибо, говорит. Да не за что, типа. Всегда рад. Так, ладно. По-видимому, трюк с телепортом в этой серии мы не посмотрим. Потому что... Я не понял, где его доставать, как его находить. И по-моему, эти ребята, они там множатся в геометрической прогрессии. И скоро у меня вообще голова взорвется от этих звуков. Поэтому, наверное, надо заканчивать на этом игру, да? Вот таких вот я секретных ребят нашел. Да. Значит, с телепортом, если смогу разобраться, почитаю еще внимательнее ваши комментарии. И к следующей серии тогда какой-нибудь разберусь. Чего торопиться, в принципе, да?
Разберусь в следующей серии с телепортом. Напоминаю, моя задача заключалась в том, чтобы попасть сейчас на первый этаж и кое-что вам показать. А без телепорта это вроде как нельзя. И даже консольные команды не помогают. Боже мой. Поэтому давайте на этом мы пока закончим, пока реально сатана не явился где-то в моей комнате от этих звуков. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь. Рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.